Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Так, и приступаем с того, что мы начинаем забирать все, что мы тут подкопили с вами. Как видите, с крышками у нас полный облом. Их осталось очень мало, мы с вами потратили их в прошлой серии. Ну да не беда, думаю, что мы их быстренько с вами также и накопим. И напомню вам, что ребятушки у меня все-таки отправлены на задание, которое, наверное, пора бы и выполнить. Начнем. Так, и что это у нас здесь за очередное задание? Сейчас, ребятушки, мы вспомним. Поход за ланчбоксом. Найти ланчбокс. В принципе, ничего проще и быть не может, я думаю, да? Так, давайте сюда сразу направимся. Карта у нас здесь. Слушайте, ну приличная карта, ничего не могу сказать. И здесь у нас будут рейдеры. Ну что же, в принципе, это хорошо. С одной стороны, по крайней мере, мы с них сможем полутать крышки. Так, подхилим маленько, потому что не нравилось мне ее состояние. Так, давайте-ка мы лутанем этих ребят. Ну, я считаю, неплохо, да? С двух всего лишь каких-то сраных рейдеров мы получили 500 крышек. Но, как видим, у нас здесь не только рейдеры, также у нас здесь гули. А вот гули это уже поопаснее будут, ребятушки, потому что они нас заражают радиацией. Нам придется тратить с вами ратпаки. Ну, в принципе, можно это себе позволить. Мы не так часто ими пользуемся. Ствол какой-то поганый нам достался. Хлам, опять же, в виде мишки. Это, конечно, все не то. Я рассчит, лопата, ё-моё. Чего тут только не найдешь. Это ты точно говоришь. Но я рассчитываю на более хороший лут. Ну, ланчбокс мы здесь точно с вами получим. Так что можем сильно не волноваться по этому поводу. Ну все, давай, ложись уже, баньки, надоел ты мне. Так, один упал, эрокес с топором, язык на бок, валяется, отдыхает. Шикарно, лутанули, и у нас уже почти с вами 1000 крышек. У меня даже один персонаж. Ага, Джуди получила уровень. Джуди же, да, или нет? Да-да, именно она. Так, тараканы-охламоны. Опять лопата нам достается. Так, Джуди получила 25 уровень, и она радостно кричит, точнее не она, а этот чувачок в пиджачке кричит радостно, что наконец-то добыча. Да, добыча, но ее опять же пока маловато. Давай-давай, этого рейдера последнего сейчас. Опа, отлично, лутаем. Достается нам ружьишко. Ладно, фиг с ним, пригодится, а вот эта вот винтовка фигня полная. Так, а здесь тараканы? Ох ты, да смотрите, они здесь всех, ребята, воткнули. И даже крыс. Давайте-ка вот этот вот боссика этого убить надо в первую очередь, потому что он может призывать еще себе на помощь. Ага, все, разобрались. Ну, с этим сейчас тоже по-быренькому покончим. Чё-то, кстати, давненько ко мне не заходили крышка с бутылкой. А мне... О, наконец-то, вот он, ребята. Вот этот ланчбокс был. Так, кирка какая-то нам достается. Зачем нам кирка? Ну, в принципе, как оружие ближнего боя, да? У нас же все-таки там есть и тесак, и... Вон, видите, с тесаками бегают. А топор, по-моему, тоже есть, если я не ошибаюсь. Также есть нож. Ну, почему бы ему не бегать там как будто с киркой? Даже с кием у нас кто-то бегает. Так, пистолет, револьвер, фигня полная. Здесь... Нет, смотрите, практически в каждой комнатушке нас кто-нибудь да поджидает. Кстати, у нас в пиджачке-то очень мало здоровья. Надо будет его подхилить. Так, ладно, фиг с ним. Потратим, так сказать, урон, дамаг, крышки. Так, лутанули и здесь лутанули. Здесь все идет в дело, это точно. Здесь ничего так просто не пропадет. Так... Да умри ты уже, а. Умри, падла, а. Вот так, отлично, готово. Еще одну забили. И получаем такой же пиджачок, который у нас уже одет на персонаже. Столовка, да? А смотрите, ребят, кстати, мы с вами ходим в таком убежище, в заброшенном, да? Но, тем не менее, в нем, смотрите, была когда-то столовка. В принципе, тараканы здесь почему-то до сих пор и ныкались. А где же им еще не ныкаться, как не в столовке? Так, что у нас здесь дальше? По-моему, еще два этажа у нас всего лишь осталось. Кто? Крысы? Нет, тараканы. Хорошо.
Блин, раньше мы их с выстрела убивали, сейчас почему-то мы мешкаемся. Чего не хватает? А? Кто мне скажет? Ясен перец, не хватает нам мощных пушек. О, чертеж. Хорошо, это причем комнаты. Гульки. Гули, 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 иди сюда, я с хлебушком покормлю. Только меня не трогайте, а? Своими грязными, вонючими руками. Причем немытыми, блин, посмотрите, они явно грязные. Что касается нас. Так, залутаем. И у меня уровень 24, хорошо. Да что ж такое-то, действительно в каждой комнате что ли будут, а? То тишь да благодать, то в каждой комнате по твари какой-нибудь обязательно нам встретится. Ладно, хорошо, мы сейчас расколбасим. Так, давай-давай, отличненько. Опять нам достается какая-то средневековая ружбайка, которая меня, честно говоря, бесит. Дайте мне в конце концов какой-нибудь миниган или дробовик, хотел сказать. Не дробовик, а этот, как он называется-то? Гранатомет, елки-палки. Я же знаю прекрасно, что он здесь есть. Так, второй чертеж. Кстати, мы получаем с вами новой какой-то комнатки. Надеюсь, это будет там Минитмен или еще что-нибудь в этом роде. Все-таки мы с вами должны развиться до той степени, что у нас будет просто супер-пупер эксклюзивное убежище, где будет идти все тип-топ. Курточка неплохая, кстати, да, кожаночка такая байкерская. Ну, наверное, ерундовая. Причем рейдеры, да, вы заметьте, ходят вот именно приблизительно только в одной такой броне. Я не видел, чтобы они бегали там в каких-то супер-пупер костюмах. Нет, конечно, боссы, да, боссы ходят в хорошей амуниции. А вот сами солдаты в каком-то нищеброде просто бегают. Ну что, ребятушки, я так понимаю, у нас сейчас с вами последняя комнатулька, где нас ждут два никчемных гуля. Мы их сейчас по-быстренькому разбираем и возвращаемся к себе в убежище. Да, но у нас, кстати, есть еще одно задание. Ребята у меня пошли в костюмах антирадиационных. Я не знаю, для чего это там было все придумано. Но таковы были условия того задания. Я им надел, я их отправил. И надо будет, естественно, это все пройти. Так, пускай вот у нас ланчбокс. Пускай ребята мои возвращаются. Сколько они потребуют, интересно, ядер колы за возвращение? Если одна, можно, в принципе, будет их сразу, да? У меня же вроде бы есть одна кола. Так, ну-ка, да, все отлично, ребятушки, все у нас хватило. Сейчас мы с вами как раз и посмотрим боксы. Смотрите-ка, столовая института. Шикарно, а здесь столовая минит... Слушайте, у нас и столовая института, и столовая минитменов. Это, получается, две разные комнатульки будут. Хорошо, мы это потом с вами как-нибудь глянем. Как только накопим, естественно, все чертежи и сможем открыть. Ну что, все, да? Тут пока у нас все чисто, без шума. Ну, а мы пока тем временем давайте вскроем с вами бокс и посмотрим, что в нем достанется нам. Так, крышки соточка, ладно. Оружие, блин, самое никчемное дали. Энергия 50, нафиг бы она нужна. Хлам, ё-моё. И костюм Санта-Клауса. Ну, ребята, честно говоря, бокс меня не порадовал абсолютно ничем. Так, а вот у нас провал в памяти. Ребятушки на нем находятся, на этом задании. Что у нас вообще здесь еще есть? Вы сами видите прекрасно, что ничего, по-моему, хорошего нету. Вынос мусора. Так, также есть испытание игрового шоу. Ну, в принципе, 5 ядер колы на дороге не валяются, да, ребят? Так что, наверное, есть смысл сходить. Ну что, команду мы с вами сделали. Давайте теперь возьмем стимпаки, ратпаки и, в принципе, пускай они у нас бегут. Дорога у них будет долгая, нелегкая. Смотрите, 9 ядер колы они просили для того, чтобы начать задание сразу. Ну а здесь мы начинаем. Провал в памяти, еще раз вам напомню, ребята. Будем шариться здесь. Поискать Джека на заводе Корвега. Вот так вот, ребята, на заводе мы с вами сейчас будем бегать. Тем более Корвега. Ровным счетом мне вообще ни о чем не говорит. Что вообще за Корвега?
И завод... О, раз скорпионы здесь у нас, да, значит? Хорошо, давайте мы сейчас быстренько их разберем. Так, а раз у нас тут скорпиончики, значит, что-то здесь нас ждет. Недоброе причем. Так, Джека, значит, мы должны спасти. Хотя по мне, если честно, для начала хотя бы узнать, кто вообще такой Джек и почему мы идем его спасать. Согласитесь, да? Логика должна же быть какая-то в этом во всем. Просто взяли задание и пошли спасать какого-то Джека. Для чего, ради чего, фиг его поймешь. Ладно, надеюсь, нам здесь расскажут, что к чему и почему. Раз скорпионы были. О, чертежик, это хорошо, ребятушки. Давайте подниматься дальше. У нас здесь, в принципе, комнаток-то... Комнаток-то много, этажей мало. Так что должны... О, тем более половина даже пустует. Что, конечно же, нам просто на руку. Ну, кто там вылазит? Оу, а вот и босс получается, да? Босс скорпионов. Радиоактивный, мощный, злой, но ватный. Оу, две колы мы получили. Так, смотрите-ка. Неплохо-неплохо лутанули мы здесь с вами. Продвигаемся дальше. Так, ну, Джека пока еще мы не встречали. И думаю, что мы навряд его здесь увидим. Потому что, как обычно, какого-нибудь надурилова будет. Так. А, в принципе, ребята... О, тихо-тихо-тихо. Это вы, недоумки? Вы бросили меня наедине с рад-скорпионами. Мы вообще-то не знаем. Мы разрешили вам повеселиться с нами, потому что считали вас крутыми. Кто ты вообще такая? Но вы меня бросили. Не то чтобы я обиделась. Играть с рад-скорпионами в «Принеси палку» — это так весело. Вечеринка с рейдерами? Мы не помним, ничего не помним. А где была эта вечеринка? Действительно, на нашем складе, неподалеку. Вы все утвердили, что вы чужие из корабля Зета. Видать, ребят, что-то употребляли перед этим. Так, успех, провал в памяти. Вот, в принципе, и все. Сэндвичи? А мне послышалось тако. Это и было вот такое вот задание? Да, ладно, ребят, давайте из принципа с вами допройдем здесь все. Честно говоря, ничего не понял. О каком космическом корабле она говорит и вообще чушь полную несет она. У меня есть только одно логическое мышление по поводу этого. Она когда играла с рад-тараканами, с этими рад-скорпионами, да, просто-напросто пережрала рад-паков. И у нее немножко переклинило и пошла шиза, как говорится, во всю голову. И она начала нам это втирать. Ну, мы, естественно, парни не лопухи. Все близко к сердцу и за чистую монету не приняли. По крайней мере, мы этот квест выполнили. Все, у нас успех. Мы сейчас здесь делаем полную зачистку и сваливаем отсюда к ядрене фене. Так, ладно, давайте вот этих вот последних мелких паучков-тараканчиков завалим. Так, еще последний у нас там остался. Что-то крякает. Все, да кряк... А, нет, вот. Все, здесь разобрались с ними. Саквояж тут у нас. Что там в нем будет? Так, понятно. Стимпак, глобус и последняя комнатулька. Блин, надо же, в ней крысы оказались. Хорошо. Была крыса и не стало никого. И уровень получает у меня чувачок 28. Так, все, можно отсюда, в принципе, смело бежать. Но награды меня, честно говоря, здесь не очень порадовали, кроме как чертеж. Ну, в принципе, и все. Ну, и две квантовые колы, что нам достались. Это как бы тоже идет в небольшой плюс. Так, ладно, давайте-ка. Ага, хотел пробежаться, а у нас и нету ничего, ребята. Ладно, придется им тоже пиликать сюда пешочком. Надеюсь, быстро они дойдут. Что у нас пока происходит в моем, как говорится, царстве-государстве? Ну ладно, энергию мы забрали. Так, здесь у нас что? Давайте-ка мы, наверное, избавимся от лишнего хлама. Ух ты, а кирка-то, смотрите, 11.21 все-таки. Непростая, как я думал сначала. Так, вот это тоже нам не нужно. Все самое ложовое, посмотрите, 1.2, нафиг он нужен? Естественно, не нужен. Вот это вообще на 1 урон. Так, 3.4 тоже. Все будем продавать. Так, дальше у нас что идет здесь? 3.5, 3.5, 3.6. Ну, 3.6 он хоть как-то. О, неплохо, 200 крышек. Так, это тоже на продажу.
5-6-4-6. Я даже не знаю, что тут. Давайте, наверное, вот эти виндорезы все продадим. Так, ржавый обрез, наверное, пригодится. Вот это тоже хлам. Засоряет только нам, как говорится, весь наш склад. Ну, кирку мы оставим, она хорошая. Так, и смотрите, двухствольный дробовик, тоже синий, довольно неплохо. Форма Минитмена, тяжелая военная братня, костюм Санта-Клауса, плащ шерифа. Это, ребята, все легендарные шмотки. Мы их трогать, естественно, не будем. Зато у нас костюмов стиляги обалдеть сколько. Походный бомжовский костюм тоже, нафиг он, в принципе, нам не нужен. Так, военная броня, тоже дофига. Одеяние послушника много. И это все... О, тяжелая кожаная броня. Давайте потихонечку будем избавляться от всякого ненужного нам хлама. Так, здесь у нас пригодится. Парадная форма офицера нафиг не нужна. Кстати, антирадиационные костюмы нам тоже не нужны. У нас и так уже 3 штуки надеты. Так что можно избавляться. Лютик, блин, а? Ну, хорошо, что это хлам легендарный. Как говорится, да? Пускай это не лошадка, которую нам дали, но тем не менее. Вот эти все будильники, это все надо продавать. Игрушечные машинки, бейсбольные перчатки, потому что этого всего, ребята, мы с вами найдем еще в избытке. Пряжу вот тут, нафиг это все нам нужно. Оставляем только легендарные и редкие шмотки себе. Опа-на! Это тараканчики, тараканчики есть. Так, что сидишь? Давай, пошел, пошел, я тебе сказал. Ты посмотри, я не понял, что за дела-то? Никто не идет, ё-моё, а? Фига фраерок припух там, а? Сидит. Что у него за ружбайка, а, ребят? Ну, это смех на палке просто был. Вот это я понимаю, 13-16 дамага. Вот и нету этих никчемных тараканов. Стоило, как говорится, лишний раз кипишовать. Уровень какой? 4-й. Еще совсем-совсем, ребята, ребенок. 4-й уровень, да? Не то, что ветераны по 40-му уровню. Так, а почему бы, ребята, нам, кстати, с вами... Так, а здесь... Так, тут нормуль 9-11. А тут 11-21. Все-таки есть небольшой перевес, да? Я бы даже сказал, очень большой. Так, а ты у меня что? 5-7. Во! Улучшенный дробовик будет у тебя в руке. Так, у вас, дамочка, на 6. Мы можем поставить на 7 ржавый пистолет. Так, ну здесь вопросов нет. У тебя что там? О, 9-13. Неплохо, неплохо. Так, давайте здесь проверим. На 6. 6-7, конечно же, ребята. Мы будем делать так. 5-9. Не заменить, к сожалению, ничем. 5-9 все-таки лучше, чем 5-6. Так, шестерочка, да? 5-7. Ну, даже не знаю. В принципе, тут уверенный 100% на шестерку, а там 5-7. То бишь, или 5, или 7. Так что не будем, как говорится, мы испытывать свою судьбу. Оставляем все как есть. Ну, здесь трогать не будем. Так, автомат 8-9. Пускай остается. В принципе, мы, наверное, с вами уже со всеми ребятами разобрались. Так, 8-13, отлично, а у тебя 6-7. Так, слышу я тебя, где этот незнакомец, давайте попробуем его найти. Пока я его, ребят, не вижу почему-то. Где-то очень хорошо скрывается, видимо, да? Черт, ну я на самом деле его не вижу, блин. Обычно он как-то сразу так в глаза бросается, а тут нет, гаденыш. Куда-то, видимо, в толпучку заныкался. Ну, хитрожопый, а? Нету? Не вижу. Так, погоди, иди сюда. Нечего тебе с места, как говорится, срываться. Слушайте, я каждую комнату, по-моему, просмотрел. Причем очень-очень хорошо. Даже беглым взглядом. Но так и не увидел. Слушайте, а может быть это была музыка, когда он исчезает, а не когда он появляется? Ладно, давайте мы посмотрим с вами задание. О чем посмотрим? У нас ничего нету, ребята. Ни квантовой колы, чтобы добежать, ни, естественно, 9 штук, чтобы прибежать. Да, заданий у нас еще тут куча. И также, извините меня, у нас очень много и выполненных, да? Смотрите, брюхан, первые шаги, когда мы только начинали с вами играть это все дело. Так, чем можно у нас сейчас в данный момент заняться, пока нету, как говорится, никого? Мы можем, кстати, ребята, с вами кого-нибудь раскачать, довольно хорошего персонажа, да?
и отправлять его в пустошь. Просто бегать, чтобы он там лутал, приносил нам крышки. Хотя, если ребята его там шибанут в этой пустоши, он нам очень может дорого обойтись, в плане того, что оживить его придется там за 4-5 тысяч крышек. Да, бывало и такое. Так, что мы можем с вами еще здесь, например, построить? Ничего, нам нужно 50 жителей, чтобы открыть парикмахерскую. Ну, а в парикмахерской, ребята, знаете, что делать? Просто-напросто меняют стиль. Да-да, ребята, именно стиль наших персонажей. То бишь, мы можем, например, у девчонки сделать другую прическу, и она будет по-другому, например, выглядеть. Ну, с одной стороны, это даже неплохо. Можно хоть какое-то разграничение между ними сделать. Ну что же, наверное, мы на этом будем завершать с вами этот коротенький выпуск. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что далеко не пропадайте, не уходите, будьте начеку и ждите новых серий. А на этом все. Всем пока и спасибо за просмотр. Удачи вам.